класс идет на экскурсию на стройплощадку? Расслабься, что может случиться? Сейчас хочу вас предупредить, что у нас тут появились странные дыры. В последнее время просто держите друг друга, и все будет хорошо. Держитесь друг друга. Я справлю правильно, Дар. Дарвин! Он уже потерялся. Отлично, всем привет, с вами Псечка Тро. Сегодня мы будем играть в стройплощадку Гамбол. Да. Играть давайте начнем. Как тут вообще прыгать? А, вот. Раздруга обычно можно ходить. Окей. Привет! Ты поможешь мне найти мой мармелад? Нет, не помогу. Хотя, не, я лучше и помогу бриллианты. Ой, каким? Мармелад найти. Yeah! Странно, они так делают. Хотя, почему бы и нет, я тоже так сделаю. Да блин. Ты как прыгнуть? На! Да. Привет. Чувак, я знаю, что ты там бухаешь. Не бухай! До свидания, алкоголик. Вот и пей там свой кофе или что-то там бухаешь. Ля-л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 я. Закрыли. Зачем мне носить каску? Я уже призрак. Так, ты меня пулями это... Нет, самое. Не убей. Убил. Да-да-да, знаешь, что ты призрак. Ну и чё? Как будто о призраках не слышала я.
Ха, я прыгнула на его каску. Блин, он такой медлительный. Привет, Олень. Мне нравится твоя каска и переполох. Переполох. Может, эта девочка в меня влюбилась. Я не знаю, кто это. Мальчик, девочка. Ну, если это мальчик, то значит, судя говоря, это девочка. Девочка влюбилась. А, это так загадочно. Ла-ла-ла-ла-ла. Почему в мультике не показывали, что она влюбилась? Погоди. Нет! Я соберу мармеладки. Да, собрать мармелад. Дарвин снова потерялся. Дарвин снова потерялся. Нет, не потерялась. Потерялась, надо писать. Посмотри, девочка. Ну ладно, это же мальчик, я играю за мальчиком. Если что. А-а-а, с лопатой пошел вон. Это криперское лицо. Все, пошел отсюда. Ушел. А то с лопатой меня убьешь. Иначе я тебя убью. Эта экскурсия очень увлекательна. Ты меня смотри, не укори, а то прибью твоих. Спасибо! Так странно пугаюсь. Да блин, забирайтесь. Да-да-да, знаю, что это великолепная, чудесная, блин, экскурсия в мире. Вот там облачко. Окей. Каски очень кстати. Каски очень кстати. Тащи, тащи. Спасибо. Где она была? А, я же не провалилась. Что сделала?
Звук пробила. Ху-ху, баг! Я видела баг. Он коснулся шипов и не умер. Вот этих колючек. Ой, чуть я. Вот так. Теперь прыгаем. Бум! Я! Шипами? Ничего не вроде. Они ограбили нас. Зобкой. Ты на сайте попробуем. Сойди. Нет. Я сейчас я тебе найду эту игру. Просто я сама не знаю. Так. Вернемся. Так, это облачко, блин. Завод моего папы гораздо приятнее этого. Облачко, это из-за тебя. Да, я рад за тебя. Облачко. Нет! Ого! Аплодисменты. Ура, наконец-то.
Ладно, я эти половины не заберу. Пошли нафиг они. Ура, половину-то хоть урон, там три осталось. Чё за фигня? Спасибо за просмотр и всем пока.